Ханука, Ханука, Нигдашейну, Бенгилу, Вестинка, мы молим эту бейну, Яй, лаваем сивоней. И у нас ханукальное поздравление. יש המון לזכור, יוונים ומעקבים, מנורה גם סביבונים, השם עשה ניסים גדולים. Свет, 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 просвещай тьму, и много чего происходило в старину. Греки были, иудеи, победили все ж евреи. Чудо с маслом в храме было, и менора нам чудес на 8 дней светила. Бог евреям помогал, и теперь нам праздник дан. Праздник света, праздник чуда, постучался в дом. Этот праздник мы, ребята, Ханукой зовем. Как же весь мир наш праздник встречает? Хануки и на окне зажигают. Много таких очень ярких огней. И пончики в масле ест каждый еврей. Пути и жутяти вы. И тогда все дети Толу тайно учить стали, а плевражеских солдатов все вивоны глали. Греки думают, что дети в Савивон играют, а они иврит и Тору тайно изучают. Ой, ой, ой.
этот праздник подольше подлится. Ведь каждый из нас свечу зажигая, свет порождая, так тьму разгоняя. Всюду смех, веселья гам, это что за талалам? А эти маленькие япончики ехали в вагончики. Каждый пончик понемногу взял еды с собой в дорогу. Вы поверите, едва ли день и ночь они жевали. А приехав на вокзал, пончик пончику сказал: нынче Ханука в Одессе, и вообще не ждут нас дети. Будем Хануку встречать, пончики всем раздавать. Съесть мы пончик не забудем, помня о великом чуде.